Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 892. Решить уравнение. Уравнение простейшее. Здесь надо работать с десятичными дробями и со знаками. 0,4х равно 3. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель, на 0,4. Х равно 7,5. Б. 2х равно 1,8. Аналогично, чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение 1,8 разделить на известный множитель, на 2. Х равно 1,8 разделить на 2, это 0,9. В. 0,3х равно минус 2,7. Х равно минус 2,7 разделить на 0,3. Получаем отрицательное число. И 27 разделить на 3, это будет 9. Получаем минус 9. Г. 1,5х равно минус 10,5. Чтобы найти х, надо минус 10,5 разделить на 1,5. Получаем отрицательное число. Минус 7. Д. Минус 0,2х равно 25. Чтобы найти х, надо 25 разделить на минус 0,2. Получаем отрицательное число. Минус 12500. И Е. Минус 1,4х равно 2,842. Чтобы найти х, надо 2,842 разделить на минус 1,4. Будет отрицательное число. Минус 2,3. Мы решили все уравнения в номере 892. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.